Ребята, поздравляю с серебряной медалью финала Гран-при. Расскажите, что для вас этот успех? Спасибо большое, во-первых. Успех будет, когда мы, во-первых, займем первую строчку таблицы. Вот, но катались мы действительно хорошо, мы практически на данный период времени удовлетворены прокатами и как провели этот старт. Катались с душой, катались вдохновенно эти два дня и получали огромное удовольствие на самом деле. Мы получили колоссальное удовольствие, катаясь здесь и находясь здесь. Классная атмосфера, прекрасная поддержка, прекрасный лед, прекрасный город, поэтому все супер. Ну вот как раз на пресс-конференции сказали, что наши танцевальные дуэты не занимали очень давно призовых мест, да, на соревнованиях. Вот. И ты, Никита, очень хорошо, кстати, ответил на этот вопрос. Можешь воспроизвести? Ты сказал, что не было очень многих пар, но тем не менее... говорит о том, что наши танцы не стоят на месте, а ну, вы все сказали уже за меня, да. Отсутствует очень много сильных пар, очень много сильных соперников, и тем, какое катание мы показали здесь, это просто была наша возможность. Мы показываем, что мы готовы бороться с ними со всеми и достойно, потому что мы уважаем всех соперников абсолютно и желаем им здоровья, и нам нравится соревнование очень, нам нравится соревноваться с такими парами, сильными, вот, и мы их ждем. Насколько подстегивает конкуренция внутри страны? Потому что все-таки у нас, ты всегда говорил о том, что есть сильные пары, и надо бороться с самим собой, улучшать свои результаты и, так сказать, стремиться прогрессировать, идти независимо от того, там, кто что, чего, может быть, там, говорит, нравится, не нравится, но нужно просто работать. И это работает всегда. Конкуренция, она всегда подстегивает сама по себе, даже когда ты о ней не думаешь. Но самое главное, ну, верить в себя, верить в свои силы и видеть свою цель, и идти к ней. Ты сказал, что здесь ты с первого дня, Вика, наверное, согласна, получал просто удовольствие от одного присутствия, от тренировок. Это да. Действительно так? Да. Наверное, я не знаю, очень много я могу про все говорить. От впечатления от города, от качества льда, от того, что мы вообще на финале Гран-при, что отобрались сюда, и что мы готовы кататься, что мы готовы показывать наши программы, то, что мы обожаем наши программы катать, и то, что получилось. Эмоций хороших очень много, и разбрасываться ими мы тоже не собираемся, мы просто делимся сейчас с вами, но мы их опять направим в работу, и с каждым стартом, раз пока идет, мы надеемся, что будет все так дальше. Ну, дальше, естественно. Но мы будем работать и прикладывать все усилия, чтобы так было. Ребят, ну желаю вам и дальше прогрессировать, исправляться со всеми многими проблемами, то есть, сами, так сказать, преодолевать какие-то проблемы в себе для того, чтобы прогрессировать дальше и добиваться успеха, и успехов вам. Спасибо огромное. Большое. Увидимся в Саранске. Да, увидимся в Саранске. Пока, спасибо. Пока.